assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari bu videoda siz kundalik hayotimizda eng ko'p ishlatiladigan gaplar va eng kerakli so'zlarni bilib olasiz agar siz bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'ling chunki biz aynan like siz uchun eng kerakli video darslarni chiqaramiz agar ushbu videoga bitta layk bosib qo'ysangiz bizning videolarimizni siz kabi rus tilini o'rganishni xohlovchi insonlar ham ko'rishiga sababchi bo'lasiz biz barcha darslarni siz obunachilarimiz uchun chiqaramiz agar siz har kuni video chiqarishimizni xohlasangiz muhokamaga o'z fikringizni hech bo'lmasa plyus minus nuqta belgilarini qoldiring chunki muhokamalar va layklar like biz uchun motivatsiya manbai hisoblanadi va biz olg'a intilishda davom etamiz demak layk like tugmasini bosing va muhokamaga o'z fikringizni qoldiring biz esa Бугингидарсамасна Бойшляймас Добрый день. Вам что-то подсказать? Добрый день. Вам что-то подсказать? Добрый день. Я. Ищу юбку для дня рождения. Добрый день. Я ищу юбку для дня рождения. Хорошо. Какой у вас размер? Хорошо. Какой у вас размер? Мой размер С мой размер S. Вы хотели бы длинную или короткую? Вы хотели бы длинную или короткую? Желательно длинную. Желательно длинную. Как насчет этой? Она выглядит очень празднично. Как насчет этой? Она выглядит очень празднично. Она красивая, но мне бы хотелось более длинную. Она красивая. Но мне бы хотелось более длинную. Понятно. У нас есть еще вот эта красивая голубая юбка. Понятно. У нас есть еще вот такая красивая голубая юбка. Мне нравится. Можно я примерю ее? Мне нравится. Можно я примерю ее? Конечно. Идемте, я провожу. Конечно. Идемте, я провожу. Я покупаю ее. Сколько она стоит? Я покупаю ее. Сколько она стоит? Цена пятьдесят долларов. Цена пятьдесят долларов. Я ищу теплую куртку. Темного цвета. Я ищу теплую куртку темного цвета. У вас есть такая? У вас есть такая? Конечно, есть. Конечно, есть. Это стойка полна теплых курток. Это стойка полна теплых курток. Какой размер вы носите? Какой размер вы носите? Сорок шестой или сорок восьмой размер? Сорок шестой. Или сорок восьмой размер. Вот, взгляните на эту Вот, взгляните на эту Имеются оба размера Имеются оба размера Цвет темно-синий. Хотите примерить цвет? Темно-синий. Хотите примерить? Да, конечно. Где здесь примерочные? Да, конечно. Где здесь примерочные? Они в конце помещения справа. Они в конце помещения справа. Если понадобится другой размер, скажите мне. Если понадобится другой размер, скажите мне. Вам подходит этот размер? Вам подходит этот размер? Мне он не совсем нравится. Мне он не совсем нравится. У вас есть что-нибудь еще, подходящее для меня? У вас есть что-нибудь еще, подходящее для меня? Есть еще одна куртка среднего размера. Есть еще одна куртка среднего размера. Она бордового цвета. Она бордового цвета. Вы бы хотели ее примерить. Вы бы хотели ее примерить. Я хотела бы купить себе новые джинсы. Я хотела бы купить себе новые джинсы. Давайте я покажу, где вы можете посмотреть ассортимент. Давайте я покажу, где вы можете посмотреть ассортимент. Спасибо. Я была бы вам очень признательна. Спасибо. Я была бы вам очень признательна. Вам подобрать джинсы, подходящие по размеру. Вам подобрать джинсы, подходящие по размеру. Мой размер М или сорок четыре? Сорок шесть. Мой размер М или сорок четыре? Сорок шесть. Понятно. А какого цвета вы хотите джинсы? Понятно. А какого цвета вы хотите джинсы? Я хотела бы синие классической модели. Я хотела бы синие классической модели. Вчера я купила в вашем магазине рубашку. Вчера я купила в вашем магазине рубашку. Она оказалась на размер меньше. Она оказалась на размер меньше. Могу я? поменять ее на другую? Могу я поменять ее на другую? Конечно. Какого размера рубашка вам нужна? Конечно. Какого размера рубашка вам нужна? сорок восьмого сорок восьмого bugungi darsimizni dialogi shu gaplardan iborat bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa youtube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang darslarimiz bilan guruhlarda bo'lishing va albatta layk like tugmasini bosib qo'ying rus tilida so'zlarni tez eslab qololmayapsizmi yangi so'zlar esingizdan chiqib boryaptimi biz bunga yechim topdik siz bizning lug'atlar eng ko'p ishlatiladigan gaplar oshxonada restoranda kabi kundalikda ishlatiladigan barcha mavzularga mp tri darslarimizni olishingiz mumkin mp tri darslarni quloqchin yordamida xohlagan joyda ishda ko'chada tinglab eslab qolishingiz mumkin agar sizga audio darslik kerak bo'lsa quyidagi raqamga murojaat qiling barcha ma'lumotlarni bilib olasiz shoshiling